Хочу сказать спасибо двум героическим ребенкам. 10 часов утра. Я думаю, что, наверное, наш класс может гордиться, что у нас есть такая звезда. Чей свет, да. И все будут стремиться к высокой цели. Сашка, спасибо тебе огромное. Очень трудно построить, я, честно говоря, не умею читать лекции. Очень трудно построить мне диалог, мне не хочется держать долго Сашу, а с другой стороны, мне совершенно не хочется ничего исправлять в ее игре. И я скажу почему. Занимались мы этим циклом 2 года назад. И занимались им просто от любви к музыке, не готовя никакому конкурсу. И когда возникла мысль сыграть на конкурсе «Крайнего» этот цикл, мы с Сашей, в общем, с удовольствием это сделали, не думая вообще о том, что о нас подумают члены жюри, как оценят нас в нашем возрасте, что скажут нам, сложно ли это или легко. Мы так вообще никогда к музыке не подходим. У нас за плечами был уже большой опыт детского альбома Чайковского, который мы сыграли, когда Саше было 8. И сегодня выбор не случайный нашего диалога и то, что мы будем делать сегодня с вами, потому что когда мы сыграли в 8 Чайковского, мы с удовольствием к нему вернулись в 10. Это был уже другой Чайковский. И тахаks midagi parandada, et laps on nüüd selle tüdruk on selle tsükli mänginud 2 aastat tagasi. Ja oli see mõeldud Krainive konkursi jaoks. Nad ei ole kunagi mõelnud, mis ütleb žürii või mida arvatakse sellest, sest mõte on see, et mängida muusikat. Ja tüdruk on mänginud Tšaikovski, tähendab, jutt on praegu Debussy kogumikust, eks ole. Aga Tšaikovski laste palun. Laps on ära õppinud siis, kui ta oli 8-aastane. See oli läbi võetud. Nii et midagi, Miira ütles, et ta ei taha midagi praegu parandada või midagi õpetada. Eks ole, lihtsalt vestluse või mingisuguses sellises. Eks sa natuke kommenteerid lihtsalt. Midagi parandada nagu lahtis tundi ei ole. И когда мы вернулись к тому, что нужно сыграть Дебюсси на конкурсе, естественно, мы постарались сделать так, чтобы Саша могла проявить здесь уже все свое мастерство, на тот момент имеющее в арсенале. И мне понравилось в одном из концертов, когда мы пробовали вариант, мне понравилось, что не только у меня, я разговаривала со многими музыкантами, просто с людьми, которые не имеют отношения к музыке, возникало примерно одинаковое состояние. Все говорили о том, что Саша рисует звуком. И это было то, к чему мы стремились. И тогда я сделала вывод, что да, это сочинение будет стоять в конкурсной программе. По состоянию. Она практически не готовилась к этому выступлению, как вы понимаете. Да? Она повторилась сегодня с 9:30 утра. То есть это то, что уже находится в душе, в руках, в ушах, в звуке, в отношении к этой музыке. Это, наверное, самое ценное в Дебюсси, чего мы добились в этом возрасте. Потому что я уверена, что многих вещей, о которых я сегодня буду говорить, Саша даже ничего не подозревает. Это ее следующий путь. Потому что она будет возвращаться к этой музыке много раз. Kui valmistasid konkursiks, siis otsustati, et see Дебюсси jääb konkursi kavaks. Kahjuks üks Korea esineja varastas selle idee, sest YouTube'is oli salvestus ja võttis väga palju sealt, no praktiliselt kõik, mis oli võimalik. Ja kui konkursil nad loosimisel tõmbasid 2 järjestiku numbrit, siis mina sai aru, et asi on väga halb, kuna korealased, nagu me kõik teame, eks ole oma töökusega ja jäljendusvõimega, on väga paljuks võimelised. Nii et poiss sai Grand Prix ja nüüd enne konkursiks valimist nad üritavad siiski neid videosid mitte välja panna. Nüüd selle Debussyga on nii, et on väga palju asju, mida Sasa veel ei tea.
mida ta teeb alateadlikult või milleni ta ei olegi veel jõudnud. Aga kui ta kuulas nüüd viimati seda, et tüdruk ei ole üldse nagu kujutage ette, et kell 10 hommikul lahti mängimata ja mitte ette valmistatud, ta on nagu seda praegu esitanud. Ja tähendab, üks hetk õpetaja sai aru, et laps joonistab heliga. Ja nüüd nad hakkavad edasi seda tegema ja ilmselt läheb see kava, päris suurde kava. Ну, теперь немножечко о самом цикле. И чтобы долго не держать Сашу за роялем, я просто ей задам какие-то вопросы. Если она знает, ответит, нет, значит, мы что-то какие-то буквально фрагменты я с ней пройду. Известно, для кого написан этот цикл. Дочке Дебюсси в тот момент 3 года, и, конечно, не предполагалось, что она это будет играть. Это просто написано ей, поскольку Дебюсси обладал очень высоким чувством юмора. Обожал все английское, естественно, у девочки были английские гувернантки, няни, как тогда это называлось, не знаю точно, как сказать. Много слов, связанных с юмором, ребенок слышит. И Дебюсси обращается в этой музыке к юмору как к средству выразительности. И когда было первое исполнение этого цикла, он очень боялся, как публика воспримет. И писали его современники, что самое ценное для него было, когда ему говорили, какое чувство юмора в твоем цикле. И он успокоился. Он даже не был в зале, когда была премьера, он очень волновался. Потому что для него это было важно. Teada on, et tsükkel on kirjutanud helilooja oma 3-aastasele tütrele. Ja Debussy väga armastab kõiki ingliskeelset ja eriti inglise huumorit. Lapsel oli ka inglise lapsehoidja. Ja väga paljud, kes kuulsid seda tsükli, ütlesid, et kujutage ette, et teil on nii suurepärane huumori meel. Ja Debussy oli väga rõõmus selle üle. Ja ta väga nerveeris, kui oli esiettekanne, ta isegi ei läinud saali, aga peale seda rahvas või tuttavad ütlesid, et jah, et see oli suurepärane tsükkel ja nii palju huumorit on selles. И когда мы ставили сюда программу в Таллин для вас, я, честно говоря, в тот момент даже не подумала о связи огромной между Дебюсси и Чайковским. Вот в тот момент я об этом не подумала, честно. Но когда я стала уже как бы делать программу сюда всю, целиком, я подумала, какое удивительное совпадение. Вот я на интуиции, я поставила эти 2 цикла, причем что детский альбом Чайковского Саша сыграла в этом году последний раз, это было в каком лете? В июне месяце. Больше мы просто не повторяли, мы будем повторять вместе с ней, честно, потому что просто времени. Так вот почему, что общего, почему родилась эта мысль? Потому что я вдруг начала вспоминать, знаете, из архивных студенческих знаний, что Дебюсси вообще-то работал в доме у фон Мек. Работал практически в ближайшем времени, потому что детский альбом написан в 1878 году Чайковского, и буквально после этого, через несколько лет, Дебюсси работает с детьми фон Мек. И, конечно, проходит эту музыку. А этот цикл написан в 1908 году, совсем рядышком. И Чайковский не мог не повлиять на Дебюсси. Это первое. И чувство юмора, которое есть у Чайковского, а у него колоссальное было чувство юмора, потому что он очень много общался с детьми. С детьми своей сестры, для которой написан детский. В частности, с Володей Давыдовым, которому он посвятил сначала. И причем, смотрите, какая параллель. Он этому мальчику посвящает сначала детский альбом Чайковского, а потом посвящает ему последнюю 6-ю симфонию. Для него этот мальчик был очень важен. Kuidas tekis mõte need 2 tsüklit korraga praegu esitada? Teada on, et Debussy töötas von Mecki majas, mitte laste hoidjaga, aga teatud määral, eks ole, ta töötas lastega kaasa. Ja kuna Debussy tsükkel on kirjutatud 1807,
mis asja. Tšaikovski laste album on kirjutatud 1827 ja Debussy tsükkel 1907. Ja see on päris lähestikku. Ja peale umbes varsti peale seda Tšaikovski albumi valmis olekut, eks ole, Debussy tuli von Mecki juurde tööle. Ja Tšaikovski ju pühendas selle oma laste albumi ka lapsele, oma õe pojale, kes oli talle väga tähtis. Ja pühendas laste tsükli ja nii ta pühendas ka viimase, oma viimase sümfoonia selle paloodiada võidumile. Aga mõlemis tsüklis on palju huumori meelt. Ja Tšaikovski, nii Tšaikovski kui Debussy suhtlesid väga palju lastega. И юмор Чайковского, который есть в детском альбоме, в разных пьесах и даже в названии пьес. А дальше, если мы посмотрим на композиторов «Могучие кучки» и «Мусоргский», или «Мош», и «Баба Яга», и «Гном», если посмотрим Бородина, у которого есть чудесные пьесы, которые написаны с юмором. То есть вот те вещи, которые не могли быть незамеченными у Дебюсси, они, конечно, получили отражение здесь. Но его, скажем так, английское пристрастие к английскому юмору и его невероятная любовь к дочери, то есть конкретно написано для ребенка, посвящение ребенку, не для того, чтобы она это выучила и помучилась. И он пытался как бы нам сказать в своих музыкальных образах, как ребенок слышит музыку, что происходит в сердце ребенка в этот момент. Вот смотрите, в чем юмор в этом цели. Вообще думал о том, что все пьесы написаны с юмором. А в чем юмор первая пьеса? Первая пьеса, смотрите, прямо название «Доктор Градусов Парнас». О чем говорит? В чем здесь, как говорят сегодняшние дети, фишка? В чем шутка? Как кажется? Не знаю. Хорошо, тогда просто играешь сейчас без педали, первый пассаж. Вы просто без педали, как эти клиники. Ну, правильно, начинаешь просто, как эти клиники. Которую надо выучить. И это трудно. И вот этот Муцов Клементи, да, влияет над психикой ребенка, который учит, учит, потом вдруг раз, и ребенок видит, как пролетела муха. Или за окном что-то случилось. И он в какие-то моменты замирает, зависает, что-то происходит. Да, какие моменты эти есть? Ну, давай, сыграй, любой. Любой, можете. Чтобы она была естественна в своем выражении. А дальше то, о чем я говорю, она потом растет, она почитает, она с этими вещами столкнется. Она наверняка будет читать как, Альфреда Карто о его пианистических новаторствах, о его, и будет читать его статьи о разных исполнениях, о разной музыке, и увидит то, о чем я говорю. Потому что я просто не буду называть много фамилий, я буду обращаться к разным. Сейчас переведу, и мы продолжим. Да, да. Milles on huumor siin? Tähendab, jällegi räägiti, et ta jälle väga humoorikas. Näiteks number esimesel, Dr. Gradusov ad Parnassum, siis ta palus mängida seda pala, alguse pala, nagu Clementi tüüdi. Laps mängis, eks ole. Ja siis no, oletame, et seisab professor Clementi ja piinab lapsi, ilmsesti ja siis laps mängib ja järsku ta näeb näiteks, et akna taga lendas lind või midagi sellist. Siis ta küsib, et no, kus see moment on järsku, kus laps lülitab ümber sellest mehaanilisest tööst ja siis ta näitas seal, kus on see peatus, aga see on nii hea.
Ja ei ole veel Sassale räägitud sellest Portuust, kes kirjutas isegi programmi selle tsükli jaoks. Ja ta ei ole veel lukenud Portuu neid artikleid. Ja see on kõik tarvitud tulevikus, et küll ta saab seda, aga praegu... Сыграй еще одно зависание и предположи, что здесь ребенок уже безумно устал, ему надоело учить этюду, он уже почти начинает двигаться. Сыграй мне. Jälle mängib oma tüüdi ja siis lõpu poole ta tunneb, et no nüüd ta varsti vabaneb, siis ta vabaneb ja jookseb. Следующая пьеса, опять. Все в названии. Колыбельная слона. Представь себе, в то время, когда жил Дебюсси и Чайковский, игрушки очень многие делали из фетра. Знаешь ли? Знаешь. И взрослые, конечно. Вот ты представь себе, что у тебя в руках слон из фетра. Да? И вот ты с этим слоном, ты пытаешься его покачать. Ты пытаешься его покачать. При этом ты ему рассказываешь какую-то историю. И мне важен конец. Ты замечательно играла пьесу, за исключением одного момента, который мне хочется, чтобы вот когда начинается движение, сыграй там, только на начало. Чтобы оно начиналось, оно начинается не сразу. Там есть вот это... как отзывающиеся... Вот эти приметы, да, которые идут в крещендо, но они портабилизированы в легато. Когда непонятно, кто засыпает. То ли засыпает слон в руках ребенка, то ли засыпает девочка, которая его качает, конкретно шушу, для которой написано, у которой в руках был этот слон, то ли они засыпают оба. Вот здесь нужно найти какое-то такое состояние, чтобы вот это засыпание, это возврат идет темпа прима, сыграю эту тему, чтобы понятно было, о чем я говорю. Или позвучи еще тему. Саша, приветствую. На месте. Keegi mäletab, kellel oli see elevant, tuli siis lapsed vildist.
Ja nyt on kysymys, tämän sen häivillä on ja lapsi siis uinuttaa sitä omaa helevanttia. Ja sieltäkin kysymys lopussa, kes jääb makama, kas mängivuosi või lapsisa? Ja siis näidati see moment, kus ta see lõpus. Ja siis Maala tahtis veel ka, et väga ilusti mängitud ülemine hääl, aga et see helevanti teema. See tiira, et saa. Следующая песня. Серенада кукли. Тоже с юмором, да? Потому что опять образ дочки, образ ребенка, который держит в руках то ли подаренную, то ли любимую, неважно, держит куклу. Что происходит в этой пьесе? С одной стороны, равномерное искусственное движение, да? С другой стороны, капризность ребенка, который придает этой кукле любую позу, какую ей захочет. Вот где эти места, когда ребенок придает пол? Поищи. Ну как тебе кажется, просто любые ткани, любые. Потому что есть одинаковость, то, что кукла. Ну сыграй, сыграй, любые сыграй. Как тебе слышится? Общаясь с ними. Он проводил с ней много времени, он хорошо знал ее мир. Поэтому, наверное, рождаются такие шедевры, когда человек очень хорошо знает. Следующее. Это важно. Дайте секунду. Лапс, куна ты пиши вега палью пюнта саада ома тюттвера. Ja ta kirjutas sellest palju. Ta teadis väga hästi seda lapse hinge elu. Ja siin on tüdruk mingit nukuga, serenaad nukuga, eks ole. Ja osaliselt, seal on nuku teema ja seal on näiteks, mida tüdruk teeb. Ta mängib selle nukuga, ta teeb talle, tähendab, ta muudab tema poose või midagi sellist. Ja kus on seal, seal näidati, kus on tüdruk, need aeglased osad või mingiskune, et laps hakkab jõnnima või midagi sellist, eks ole. Я здесь уделяю руку тему. Следующая пьеса совершенно изумительная, которая мне очень нравится, Саша ее играет. Я честно, ничего не хочу не менять. Она играет всегда по-разному, но мне очень близко то, что она здесь делает. Называется «Танец снега». Да, снег танцует. Тоже юмор. И что происходит в этой пьесе? Вот Карто пишет так. Ребенок
находясь в уютной комнате, в очень хорошей обстановке, прильнул к окну и видит мягкий падающий снег. И вся пьеса подчинена этому мягкому, хорошему движению, но не монотонному, потому что ребенок думает. Ключевое слово, о чем думает ребенок. Что возникает по дороге в этой пьесе, кроме движения, которое он рисует, как падающий снег? Ведь нет ощущения, что падает дождь. Падает снег. Вот это есть в звуке, в музыке, в том, как это происходит. А ребенок задает вопрос. Ой-ой-ой, а что будет с птицами? Где первый вопрос, что будет с птицами? Ну-ка еще. Küsimus, aga mis juhtub lindidega? Esimene rõik oli, eks ole, kuulsite teie. Siis jälle sajab lund ja siis tekib teine küsimus, aga mis saab loomadest? Teine rõik. Ja siis lõpude lõpuks jälle sajab lund. Lühidalt, ütleme niimise. Tähendab, ta Sasa mängib igakord erinevalt seda tsükli, aga õpetaja ei sekku. Talle meeldib. Следующая пьеса. Маленький пастушок. Тоже с юмором описан какой-то образ маленького пастушка, который может быть как игрушка. Знаете, раньше были вот такие на подставочках, и сейчас это можно увидеть из фарфора, делали статуэтки. То есть есть какой-то маленький мир. Все маленькое. Пьеса очень короткая. Очень важная форма у Дивиси, идеально по форме все замыкает. Да? Ни одной пьесы нет, которую, можно сказать, вот тут уже можно было закончить. Да? Вот все имеет свою сердцевину, свой выход. Этот маленький пастушок о чем? Он переносит нас из города туда, куда они ездили отдыхать, за город, поместье, луга, поля, сельская местность, тишина, в которой возникает тема. Она возникает в тишине. Такая флейта, раньше был такой инструмент, я не знаю, во Франции как это называлось, у нас называли сопилка, у которой такой немножко шипящий такой звук, деревянная дудочка раньше была, в русских лель играла на таких дудочках, да, у Римского-Корсакова, и масса-масса в русской музыке есть подобных образов. Сыграя эту тему без эмоций, тихо, откуда-то возникающего. Тишина и покой, которые сначала наступают. А потом возникают моменты, когда как эхо, или где-то вдруг церквушка ударила. Где есть такие моменты? Это в тишине, это далеко, это расстояние. В этой пьесе очень важно расстояние. Сыграй, как тебе слышится? Да? Вот появляется. Откуда-то вдруг талы и колокол. Да? Где-то его слышат. Его надо играть вот так. Долго гасит. И опять то, что находится рядом, картинка опять пастушок, да, который уже реальнее, он уже ближе. И хотя и там стоит пьяно, но мне хочется всегда, чтобы, Саша замечательно играет, чтобы была вот эта вторая тема, была чуть больше в объеме, при том же пьяно. Можно ли? Külapilt. Vanasti olid need väiksed karjused,
mingisugust portselaanist või no, keegi mäletab, vanaemal olid igasugused sellised asjad. Ja see on ka lastemaailm, see on väike, kõik on väike. Ja nüüd ta kirjeldab seda pilti, kus nad käisid suviti kuskil maal ja mingi oletan, et see mängikarvis mängid mingisugusel, noh, mis ta on see pilv, mis ta oli kõige lihtsamal variantil. Vilepilv või midagi sellist, eks ole. Aga siin on kõige tähtsam, tähendab üks asja on see karvus ja siis on see pikk distants või tähendab see avarus, kus ta väljas kuskil või ma ei tea, kuskil maal. Ja seal on üks moment, kus on näiteks kaugel kirik ja see tiimpaam. Kauge kella punt, ma ei tea, ma ei tea. И концовка этой пьесы, очень важная концовка, вот эти эхо, о которых я говорю, Саша, сыграет. See kajamoment siin, selles avaruses kajamoment ja siis, mida Debussy veel märgib tingimata, et see teemat oleks väga täpselt välja mängitud, et mingi kiirustamist ei ole täiesti ratsionaalselt täpselt välja mängitud. Tiide raada, rimpe raada, et mitte kiirustada ja mitte ja see viimane on siis see viimane kaja ja viimane kella lööb kaugusest. Ja väga tähtis on see vaikuses. И последняя пьеса. Голливудская пьеса. Как ок. Хрестоматийная, как и первая, чаще всего исполняемая, да, даже исполняемая чаще, чем первая пьеса. О чем? Невероятное чувство юмора, подражание и джазу, который появился уже, так сказать, в определенных местах на Монмартре во Франции, и это была очень модная тема. И его прелюдии, генерал Лермонт в центре, еще ряд прелюдий, в которых и танец Пёка. Масса-масса пьес, которые у Дебюсси про этот ритм. Какой-то образ Полишинеля, который мечется, шутит, но все сопровождается смехом, откровенным смехом. Вот эти вот все вещи и неожиданность совершенно, почему еще юмор и ирония, потому что в то время еще было очень сильно увлечение Вагнером, огромным количеством музыкантов. И он смеется над этим вагнеризмом. Он как бы низвергает этот вагнеризм, показывает, что это в принципе романтизм, над которым он может уже пошутить и посмеяться. Саша стыкает тему, и он не просто смеется, он цитирует. Я не знаю, Саша знает или нет, Саша героически прослушала всю оперу «Тристана Изольда», исполнение Мариинского оперного театра, находясь на гастролях, о чем мне сообщил маэстро Валерий Александрович Гергиев, который сказал, Саша, целую оперу, 6 часов, я был потрясен, причем после сольного концерта, как вы понимаете, да, там же все так идет в режиме нон-стопом, да, вот. Но здесь в этой пьесе совершенно неожиданно используются мотивы с Тристана и Изольды. До этого она еще не дошла. Я ее просто еще не гружу, потому что рано, она потом со временем это найдет. Вот он. Смех над этим.
Андрея Васильевна, с повышенной национальностью. О, грандиозно. Это вот услышите все этот мотив из Тристана. А я над ним посмеюсь. Вот вам, пожалуйста, это детский цикл. И на этом заканчивается все. С невероятным юмором этот Полишинель все сметает своим движением, и сказка заканчивается, цикл закрывается. Вот такой гениальный цикл. Очень долго. Трудно, да. Viimane pala. Siin on erakordselt palju huumorit ja tol ajal oli väga populaarne jäts Prantsusmaal, kuna oli palju oleme korrektselt Afrika-Ameerikasi. Ja siis tähendab, see on ka paljudes prelüüdides Kindralle mainiks sentrik ja mitmes veeleks oleme, seda me kõik teame. Aga siin on ka väga palju nalja. Siin on naer, tiepapam, ja siis on nagu mingi polisonel, kes naerab kõige üle, aga seal on, kas paljud teavad, seal on sitaat Wagnerist Tristan ei suolda. Ja päris otsene sitaat. Eks ole. Ja ta naerab selle üle. Ja kohe tuleb naerab. Pia-papam. Ja nii muudu pablets. Üldiselt olin tälle. Нас уже переводчик запил. Спасибо вам огромное. Если бы мне дали паузу перед тем, как взять. Извините, пожалуйста, учитель, я просто тоже пытаюсь держать мысль. Собственно, вот все, что я хотела сказать, чем хотела поделиться, заодно совместить это с уроком для Саши, потому что ей это еще играть в Маринке, и, в общем, она еще этим будет заниматься. Может быть, это ее подвигнет на какие-то новые идеи. Она у нас любительница подвигать новые идеи, да, Саша? Спасибо огромное. Отдыхаем. Перерыв. У меня все, если есть вопросы, я готова ответить, пожалуйста.